сейчас вот это мы будем кушать. То, что вот он лопатой швыряет вот так. Просто горы устриц, горы. Находимся в Японское море, побережье Японского моря. Андрей Медонос в гостях в Японии у японцев. Японские партнеры пригласили не только в Японию, но и там еще внутри самой Японии устриц покушать. Вот так вот сидим, значит, на берегу причала, типа такого, знаете, баржа такая плавучая. Тут же их и выращивают, тут же жарят прямо на этой барже. Не на берегу, рядом с устрицами, чтобы все видно было, как они растут. Вот так. Видите, менеджер нас обслуживает. Менеджер меда сибирского в Японии. Она нас везде водит. Значит, как надо правильно кушать. Устрицы или там рыбу, суши или еще что-нибудь. Каори звать. Видите, какая красавица. Вот так. Надо правильно все делать. Японцы любят, чтобы все было правильно. Правильные устрицы, правильные машины, швейные машинки правильные. И мед тоже, чтобы был правильный. Все. Андрей Медонос в гостях у японцев. Кушаем, вот прям на берегу сидим моря, на некой такой плавучей барже. И кушаем эти, как это называется, забыл. Устрицы, да? Вот кушаем вот так вот, смотрите, берем. Очень интересно. Вот жарим, слушай, на костре жарим их. Потом вот так вот это, чтобы они все правильно было, надо делать. То есть все тоже палочками кушать. Так, это я не могу взять. Вот это взял. На костре жарится тут же устрица. Вот так раз. Соус. Соевый соус. И, очень хорошо, интересно. Костер. Вот они, смотрите. Устрицовая гора. Это кальмары тоже отсюда же, прямо из реки. Вот так. Ой, из реки, из моря достали кальмары. Вот жарим так хорошо, чтобы прожарился. Очень интересно, вкусно, но не хватает хлебушка жирного.